Продолжается чемпионат Европы по мотоболу. Мы рассказывали о победах сборной России над командами Литвы и Германии. Но не менее важной для россиян стала встреча со сборной Франции. На поле вышел стартовый состав, который в этом году представлен капитаном сборной Владимиром Сосницким, игроками Иваном Криштопой, Антоном Гусевым и ипатовским мотоболистом Сергеем Крошкой. Ворота доверили защищать дебютанту чемпионата Максиму Пушкареву. С первых минут французы взяли лидерство, навязали свой темп игры и повели в счете, который позднее сравнял Сергей Крошка. Второй период стал результативным только для наших соперников, а нам вновь предстояло отыгрываться. И это удалось Ивану Криштопе только лишь в третьем периоде. В заключительном отрезке игры, опять же, Иван вывел нас вперед. Но, к сожалению, за 3 минуты до завершения игры французы смогли сравнять счет. Итог встречи 3-3. Сегодня российские мотоболисты встречались со сборной команды Украины и безоговорочно выиграли этот матч, что продвинуло наших спортсменов к полуфиналу.